Нормально, нормально. Короче, давай по... Не знаю, 2000 поставлю, наверное. 1000. Он точно так же эксплозиум сдавал. Мелочевку. Да, он мне мелочки дал, потом он еще... Так, я делаю ставку в 2000. Я продолжаю по пятерочке. Вот, у меня 11. Туз 11 сейчас получается. Когда ты смотришь через page down, он пишет число. Все, я понял, слева наверху. А мне еще и добирать. У него 4. Так, у меня 14, я беру, значит, еще. 20 у меня, все, достаточно. Что-то он какой-то неазартный промошел, да? Нормально, нормально. Так, блин, а у меня 12. Да пофиг, продолжаем. Мне кажется, заканчивать надо. Так. С добиранием карты. Блин, перебор. Сколько у тебя? Да перебор у меня. Да ну нафиг, 20. Бля. Валет пришел. Не стало ни с сего так. Четверка лежала, и тут бац. Ну еще что-то раз, там мутит. Я еще раз хочу. Сейчас давайте еще последний. Вот раз как, и как уходим, ты могли оказаться в другом порядке? Ты распечатал колоду. Двойка пошла. Ну-ка, что там? О, у меня... О, десяточки прилетели, нормально. А мне тоже 10 прилетело. О, фу-фу, двадцатка, нафиг надо. А мне 18, блин. Двадцатку закинул. У меня тоже тогда была двадцатка. Слушай, спорим, у него сейчас 17 будет. Я тебе говорю, я по умолчанию все проиграл, считай. У меня 21. Короче, у меня 20, у тебя 21. Короче, я оставляю, я уверен. У тебя 18 брови, да? Подожди, а если я нажму дабл, он же мне добавит еще карту, да? Добавит карту и ставку вдвое увеличит. Все, значит, нет, достаточно мне, достаточно. Я же говорю, у него будет 20. Я выиграл. Ха, нормально, сегодня, нормально. У него 17 будет, я ошибся. Короче, 17. Доброго времени суток, дамы и господа. Наверное, спустя месяц, а может и больше, наконец-то на моем канале выходит видеоролик по GTA 5 Online. Решил воспользоваться случаем, поскольку выпустили обновление GTA 5 Online казино. Почему бы и нет, думаю я, почему бы не записать что-нибудь, тем более Altis Life проектов как нет, так и не было нормальных, никаких проектов нету. И в принципе, почему был такой застой на канале, я, наверное... Пока что не буду ничего говорить, рано или поздно вы об этом и знаете, скажу честно, просто сейчас на все это нету особо времени, и видеоролики на этом канале будут выходить довольно редко, поэтому иногда время от времени я выпускаю всякий трэш-контент на моем втором канале, ссылка есть в описании, так что как-то так. Ладно, тут на самом деле такой случай случился, дело в том, что я буквально минут 15 назад заходил в GTA 5 Online, пытался записать... такой небольшой смотр, и оказалось, что у меня звук нахрен не включился, поэтому я, ну, я в том видеоролике уже купил апартамент в казино, купил вот эту вот тачку из обновления, немного ее подтюнинговал, и да, так что, пожалуй, я вставлю момент, где я заходил на сайт и покупал апартамент, немного прокомментирую, дело в том, что... Потратил я буквально там сколько, 5 с чем-то миллионов на данный апартамент, сделал, купил самые необходимые вещи, гараж, какой-то офис, еще чего-то, но я не стал покупать все по максимуму, потому что нафиг оно мне надо, все это, понятное дело, больше декоративная тема и как-то так, дамы и господа. Что ж, воспользуюсь случаем, пока будем ехать в казино, казино, где у нас находится, тут буквально за углом. Прокатимся на этой тачке из обновления. Вот. Люблю я такие машины. 4x4 пикап. Ну, тюнинг особо тут, так скажем, простенький. Там буквально 5 вариаций бамперов и 20 вариаций раскрасок. Вот, пока что черный цвет я выбрал, потому что, ну, не знаю, не придумал. Я долго думал. Кроме черного особо... что-то в голову и не пришло, но потом очень повеселее найду, покрашу. Вот, значит, дамы и господа, подъезжаем мы к зданию казино.
Следующим образом у нас все это выглядит. Достаточно симпатично они все это сделали. Интересно. Такое вот здание. Сразу говорю, апартамент я там уже купил. Вот, значит, как-то так. Да, еще там был небольшой видеоролик, так что, пожалуй, я его ставлю. Ну, когда ты покупаешь апартамент, там небольшая экскурсия включается, так что прямо сейчас я, пожалуй, вставлю этот момент и продолжим наш осмотр. Welcome to the Diamond. Feel free to come in and have a good time. And of course, members get access to all the facilities of the resort. Very good, Vincent. Very good. You managed not to frighten them away this time. Wonderful. We are making progress. Right this way, sir. Welcome. Welcome to the Diamond Casino, Spa, and Resort. We are finally open for business. I'm Tom Connors, Executive Director of Guest Services. Unfortunately, as Vincent mentioned, we are a membership-only establishment as far as our facilities are concerned. Regulation, for now. And I see you've already signed up. That is wonderful. Welcome. Ah, champagne. I'll take those. Let me show you around. Oh, the boss. Miss Baker, I'd like you to meet our newest member. And this is Miss Agatha Baker, our general manager. Thank you, Tom. Good to meet you. Enjoy your time with us. Tom, are you going to give them a little tour of the resort? Of course, madam. Oh, and so far, no sign of the Texans. I should hope not. But let's talk another time. Okay. So, come with me, please. That is where I normally work. If you come see me, I will help you get the most out of our facilities, especially for all our VIP members. Over here is our bar area, the Solitaire. That's our head barwoman, Josephine. Hey, Josephine! Tom, hi there. And this is our casino floor. We have all the usual games, blackjack, roulette, three-card poker, slot machines, and inside track horse racing. Oh, I see you're interested in the real VIP experience. You purchased one of our exclusive penthouse condominiums. We're talking black card, premium grade, utterly unique luxury, and a remarkable home for you and your loved ones. And of course, on-the-floor bonuses and opportunities, like free champagne. And that concludes our tour. Wonderful. Whenever you're ready to see the penthouse, head up in the elevator, and I will come up and show you around. I hope to see you again soon. You know where to find me. Ну, собственно, вот, дамы и господа, на этом моменте у меня и обрубилась запись, когда я понял, что звук у меня ни хрена не записывается, и вот тут я еще не смотрел, не знаю, что, где и как. В принципе, вот у нас, кстати, новая интересная тачка из обновления крутится. Как она называется? Ну, я, насколько знаю, это прототип некого Бугатти, какой-то новой модели. Я даже из реальной жизни не знаю, какой модели. Вот, давайте воспользуемся случаем, зайдем на, как его там, сайт Legendary. Вот у нас эта самая машина. Покупать ее не стал, потому что я слышал, вроде есть такой слух, что эту тачку можно как раз выиграть в этом казино. Поэтому пока что не будем ее покупать. Тратить деньги, так скажем, тем более денег у меня особо немного. Вот еще одна машина, некое подобие Bentley. Это я не знаю что, и это что-то вроде, как я слышал, Audi, прототип Audi. Не знаю, что-то мне внешне не нравится, я уверен, что тюнинг там максимально какой-то колхозный, в общем, не мое это. И вот еще две машины у нас появилось. Вот эту вот я купил за 875 тысяч, и вот это я точно никогда брать в жизни не буду. Что-то типа мини-купера какого-то в диком тюнинге. Тем более с таким ценником, да пошли не нафиг вообще. Вот. Приоделись мы, соответственно, купили костюмчик. Тут у нас сливки общества тусят, так скажем. Какой-то магазин шмоток, бар. Так. Так. Но меня больше всего интересует непосредственно азартные игры, которые они добавили. То есть, я так понимаю, тут надо брать какие-то фишки у этой тети. Чтобы поговорить с кассиром, нажмите Е. Так, получить фишки. Давайте штук 500 возьмем. Я не знаю, сколько это в долларах. Что тут 500? Ладно, 1000 возьмем тогда. Так, запоминаем, на моем счету сейчас столько-то денег. Так, бонус за посещение... А, еще и бонус у меня был какой-то.
Так, хорошо, ну ладно, пока что 1000 фишек есть, посмотрим, что на эту 1000 можно сделать. Так, вижу игровые автоматы, вижу какое-то непонятное колесо. Чтобы крутить колесо удачи, нажмите кнопку Е. Крутите колесо удачи бесплатно раз в день, чтобы получить приз. Ну, давайте попробуем. Можно машину выиграть, вон, видите, написано, блин. Транспортное средство. Так, чтобы крутить, используйте S. Я так понимаю, тут чистый рандом. А, не-не-не-не-не. Опа, 40 тысяч. Нет, все-таки можно было, я так понимаю, удерживать кнопку, и от этого зависела сила, так скажем, прокрутки. Надеюсь, что так. Так, ну... Блин, жаль, тачку не получилось выиграть. Сейчас бы выиграли какую-нибудь тачку. Надеюсь, вот эту тачку, которая тут крутится. Так, ну ладно, допустим, вот какой-то игровой автомат. Попробуем. Так, да садись ты уже нахрен. Выберите три одинаковых символа, либо... Чего выбрать? Ничего не понял, ну ладно. Так, правило поставить максимум, изменить ставку. Какая ставка? Так, подождите, я хочу крутануть. Поехали. Что происходит? Но что-то не фартануло. Ладно, три попытки сделаем, пойдем дальше. Ничего не получили. Правила потом почитаем. Ладно, сейчас пока чисто по приколу сели посмотреть, как это работает. Ну ладно, последний раз. Давай, крутись. Какая-то хрень, короче, ладно. Пойдем дальше. Посмотрим, что тут почем вообще. Так, инсайт. Там вроде как скачки, я так понимаю. Такая достаточно интересная локация. Купить это, как я понял, нельзя. Это принадлежит кому-то. Мы можем купить тут только, ну, что-то типа квартиры. То, что мы, в принципе, и сделали за 5 миллионов. Потратили кучу денег. Вот. Как-то так. Вот тут у нас скачки, некая отсылка к GTA San Andreas. Помните, там была такая тема. Давайте попробуем. Хорошо. Так, чтобы сделать ставку, нажмите... Понял, нажимаем. Я не хочу читать правила, это долго и утомительно. Поставим-ка мы, пожалуй, на... Давайте на эту лошадь поставим. Сколько у меня там кредитов? Поставим вот так вот, сделаем. Сделать ставку. Ну что ж, лошадь номер 3. О, первыми идем. Нормально, нормально. Давай. Пошел процесс. Блин. Давай. Давай! Рожай! Нормально, идем. Первый идем. Давай. Нет, сука, четвертая скотина. Блин, просрали все, что можно. Вторыми прошли, буквально на одну голову. Но я так понял, мы нихера не получили, тут только первое место что-то получает. Блин, вот сука. Да я понял ваше правило, короче, наебало какое-то. Хорошо. Так. Что-то еще есть. Какие-то люди тусят, чтоб все с бутылками, такие, блин, мажоры прямо. Тут еще, как я понимаю, какие-то миссии есть в этом казино. Дамы и господа. Но до миссии мы доберемся, я думаю, в следующий раз. Это такая, знаете, небольшая ознакомительная часть. Вот, блэкджек. Вот блэкджек я умею играть. Хотя давайте попробуем с рулетки сначала. Ага. Можно сделать до 10 ставок. Двигайте курсор. Эй, мое место занял, понял. Подожди. А чё я где-то как-то сверху все это снабдеваю? Да, ну так и есть. Ну так и должно быть. Так, чистая. Ну что, давай, а сколько ставок-то? Подожди, а где зеленая? Как на зеленое поставить? А вон сверху. Какое зеленое? Что такое зеленое?
Так, я с соточки опять начну. Я на что? На красное поставлю. А тут можно вот на разное ставить. Короче, блин. Так. Я, короче, а я вот на красные. Короче, не знаю, посмотрим. Все, максимальный лимит интернета. А, тут можно несколько маленьких, короче, делать. Ну, я соточку поставил просто на красную. Минус 150 поставил. Печалька. Блин, вы выиграли 250. Нормально. Шарик магнитный какой-нибудь. А выиграл ты бой, да? Да, чуть-чуть. Ну сколько? Нормально. 150 поставил, 250 взял. Так, две фишечки уже на красное ставлю. А, в смысле, поставлю сотку на то, что будет от 1 до 18. Я каждый раз ставку выставлять, а то у меня 10 всего лишь. А, ёлки-палки, а я думаю, что тут тыкается он на все. Так, я лучше пятихаточку поставлю тогда. Тут на пол более раскидал, блин, всякого говна. Подожди, Иван, это четный, вот это нечетный или как правильно? Я не помню. Хорошо, просто. Так, у меня должно быть что-то от 1 до 18, чтобы я победил. Подождите, дабл. Блин, подождите. А, во, еще нашел. Это Enter, да. Все, понял. 19. Достаточно. 16. Все, нормально, подняли. Ну, на Багджаке можно поднять, нормально. Достаточно простая, интересная игра. Вот. Пожалуй, на этом хватит. Так, я понимаю, тут покер, рулетки, полный комплект, куча всяких вариаций игровых автоматов. Так, а где у нас, собственно, находятся наши апартаменты? А пока мы идем до апартаментов, у меня наверняка многие зрители возмущаются, а где же видео по Arma 3, там, Outlast и все тому подобное. Дело в том, что я уже достаточно давно говорил, что я планировал заняться созданием своего проекта, я пока не буду спойлерить, на каком это все этапе и как у меня все это идет. Ладно, врать не буду, идет все достаточно медленно, но мы не стоим на месте, и... да. Скажу честно, что я не знаю, сколько времени займет у меня создание моего проекта, но я лучше буду тратить время на попытки даже создать свой проект, чем играть на проектах, которые меня не устраивают. И тем более пытаться выжимать из себя какие-то эмоции, что-то придумывать на этих проектах, тем более я понял, что... всем давно на это как-то пофиг, блин, с таким отношением вообще нет какого желания все это делать, честно. Как-то так. Блин, а где мой пентхаус-то? Как к нему попасть-то?
Но в любом случае, время придет, и я обязательно сообщу все на каком этапе. Лимузин можно заказать. Так, это что-то не то. А, вот лифт. В апартамент, наверное, можем скататься. Пентхаус. Так, ну судя по всему, тут намечается какая-то сюжетная развязка, до которой мы потом еще доберемся. Вряд ли это будет в этом видеоролике. Так, а давайте-ка посмотрим наш апартамент. За 5 с лишним миллионов. Достаточно интересно. Вот этот выбор цвета стоил дополнительно 200 тысяч. А то он был совсем скудный. Розовый диван, а такой вот. Забавно. Так, ну... Что-то ради 5 миллионов как-то достаточно скромненько. Диван огроменный, куча кроватей. Гардероб. Так, я еще вроде заказал крупье себе... Или как его там называют? В бар человека специального. Чтоб в карты прямо тут играть. И где он находится? А, вот он у нас. То есть не можно тут прямо блэкджек играть. У вас недостаточно фишек. В смысле, у меня недостаточно фишек? То есть тут у нас какие-то прям крупные ставки намечаются, дамы и господа. Еще какие-то закрытые помещения. Так, барчик я заказал. Тут игровые автоматы какие-то. Можно ли в них поиграть? Давайте посмотрим. Давайте. Так, что у нас тут? Какой-то ретро-автомат 92-го года. Америка – величайшая страна во вселенной, но нашей свободе угрожают другие страны. У них наша нефть. Инвейд. Чё? Так, поехали. Давайте, битва за нефть, мать его. Веселая игра, конечно. Так, ну сейчас какой-то мега-трэш должен начаться. Ё-моё, это Metal Slug напоминает, офигеть как вообще. Дамы и господа, помните, Metal Slug была такая игра? Так, 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 так. Пушку можно направлять. Можно замедляться. Прыгать нельзя на танке. Так, чтобы... А, можно прыгать. Блин, просто копия Metal Slug. Да, забавно, забавно. Кто, если вот не GTA, такие игры может придумывать? Это я понимаю подход. Вот. Что ж, дамы и господа. Надеюсь, мы зашли во все интересные места. Еще магазин одежды какой-то есть. В котором можно покупать... шмотки за специальные какие-то фишки, то есть за деньги тут ничего нельзя покупать, насколько я знаю. Так, ну-ка, аксессуары двусторонние. Да, за фишки все у нас продается. Какие-то картины. Куда это все? В пентхаус мне засунуть? Но это на самом деле просто элементы декорации, они особо роли не играют, как я понимаю, так что нафиг оно нам нужно. Правильно, правильно. Чтобы посмотреть, вот еще обувь, одежда, тоже все покупается за очки, за фишки точнее. То есть нужно будет выигрывать. Брюки. Кошмар, конечно. Вот добавили бы они реально какой-нибудь эксклюзивный транспорт за эти фишки, вот было бы вообще прикольно. Кто знает, может они это сделают со временем. А вот по поводу этой машины я пока не буду торопиться ее покупать, тем более... Да, есть возможность ее выиграть в этом колесе. Но если у меня через какое-то время это не получится, то я обязательно, скорее всего, ее куплю. Тачка, наверное, чертовски классная. Вот. Как-то так, дамы и господа. Спасибо, что посмотрели. Увидимся с вами в следующий раз. Всем пока. Я-то думал, там будет, блин, полоска вся гореть так эпично. Ну что, проверим на скорость? А там что-то как на RGB-ленте, блин. Да, давай. Прям с разгоном, да, ты имеешь в виду? Сейчас. Давай, с линии. Бампер поставь. Шлифовать будем или просто так? Чуть-чуть. Просто. Давай. Давай. Да, дай что-то. 3, 2, 1. Так. С
Ускорение у моей чуть больше, походу. Так. А вот сейчас ты начинаешь догонять, короче. Так. Это уже интереснее. Ну-ка, по-моему... Да-да-да, смотри, догоняешь, mm-hmm. догоняешь. Все, все, сделал. Mm-hmm. Сделал. Не, короче, я тогда такое брать не буду. Как с Зенторна и Саддером. То есть Зенька разгоняется, mm-hmm. круто, а Адер потом догоняет. Прикинь, короче, что получается. Ну-ка еще раз сейчас. Давай, три. Два, раз, два, три. Блин, не блин, я ран... Давай заново. Подожди. Три. Давай, ты давай. Два, один. Ну, сейчас вовремя стартнем. Так. Догоняю, да? Обгонять. Да, 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 догоняешь. Догоняешь. Просто дистанция быстрее. Такая большая, чтобы понять. Тормозился. Ну, короче, понятно. Короче, понятно. Да, это в принципе. Ну, я бы не стал такой брать, честно. Понт.